Всем привет! Ну вот, сегодня я завел, как я и говорил, маленький нерестовичок, который я хотел. Нашел кубик небольшой объемом 15 литров. Кубик размером, по-моему, где-то 26 на 26, ну что-то такое. Да, по-моему, 26 или 27 сантиметров. Вот, объем 15 литров. Такой вот небольшой аквариум. Вот он стоит рядом с моим большим. Тут вот рядышком. Сначала я планировал взять просто банку, насыпать туда грунт и все. Но сейчас, когда уже поставил, грунт купил, естественно. Грунт мелкая галька. Такая вот фракция 3-4 мм. Светленький грунт взял. И сейчас вот, когда уже аквариум поставил, посмотрел, понял, что все-таки делать надо нормально. Поэтому заказал под него подсветочку. И, скорее всего, наверное, все-таки закажу фильтр еще со временем, рюкзачок. Ну, посмотрим. Насчет фильтра не знаю, я пока не планировал. Я думал сделать аквариум без фильтра. Травничек с подсветкой, но без фильтра. Просто воду почаще подмены делать и все. Вот, поэтому насчет фильтра не знаю пока. Аквариум маленький, есть ли смысл ставить сюда фильтрацию? Ну, не знаю, тем более это отсадник будет, не рестовик, тут мальки будут... Рыба будет, точнее, нереститься, мальки подрастать, и потом я их буду пересаживать либо в маленький аквариум во второй, либо сразу, может, в основной. Вот, и как раз не зря я его купил, собственно, о чем хочу и рассказать. Вот, заметил сегодня, что черная малинезия, она начала прятаться в траве, у нее очень большое брюшко уже, и она пряталась в траве в большом аквариуме. Я понял, что, видимо, она будет нереститься, потому что неделю назад... Одна малинезия, вот она как раз плавает, которую скрючила. Вот она. Она отнерестилась, потом ее вот так вот скрючила. Ну, мальков, естественно, в общем аквариуме всех съели. И вот поэтому я решил попробовать сохранить мальков. И купил маленький аквариум такой вот. Нерестовичок. И вот она там у дна находится. Я так думаю, сегодня-завтра будет нерест. И как раз... Очень кстати, я взял сегодня этот аквариум. Посадил сюда криптокоринок из основного аквариума, валиснерии по заднему плану, быстро растущий. И пистью наверх вот еще накидал. У меня ее много разрослось в последнее время. Вот я ее сверху маленечко накидал. Так вот. Так вот он выглядит сейчас. Такой вот небольшой кубик. Ну, как видите, он стоит на табуретке простой. То есть размером он чуть меньше табуретки. Вписался неплохо, кстати, сюда в общий дизайн. Так вот у меня выглядит тут уголок этот. Растение какое-то, я не знаю, как он называется. Фикус, не фикус, кто это такой, в общем, здоровый. Растет уже довольно давно. И аквариумы у меня здесь стоят теперь. Вот он основной, двухсоточка с тумбой. И вот теперь тут рядом с ним будет маленький. Аквариум небольшой, легкий, его можно... вместе с этой табуреткой вытащить при необходимости. Там, как видите, за ним у меня фильтр стоит, внешник. То есть проблем с доступом нету. Надо, выдвинул, фильтр обслужить или там еще что-то. Вот этот аквариум будет временный такой. Ну, подсветку я заказал на него хорошую, с холодным белым светом, аквариумную. Там идут светодиоды разного спектра. Вот придет, посмотрим. Думаю, будет смотреться очень неплохо. Но вот насчет фильтра я пока даже и не знаю, есть ли смысл. Может, просто буду почаще водичку подменять. Да и все. Воду я, кстати, налил сюда большую часть из основного аквариума, потому что планировал сюда и траву высадить. И как раз вот хотел завтра-послезавтра рыбок сюда на нерест посадить, попробовать вот эту малинезию, по крайней мере. А уже... понял, что лучше даже сегодня это сделать. Ну, вода та же самая, что и в основном аквариуме, поэтому рыбке комфортно. Я думаю, проблем никаких не должно быть. Вот такая вот баночка у меня получилась. Так что ждем, скоро будут мальки. Вот такой вот кубик. Ну, без подсветки, конечно, да, плохо видно. Понимаю, не очень хорошее видео, ну да ладно. На днях уже подсветочка придет, поставлю, потом покажу, как баночка будет смотреться.
И надо какой-то еще быстрорастущей травки сюда, может, добавить. Ну, не знаю, посмотрим. В принципе, там роголистника я веточку кинул, пистия поверху. И вот у меня криптокарины и валиснерии. Вот такой вот кубик. Так что будем заниматься разведением. Ну что, всем пока. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Те, кто смотрит на YouTube, ссылочка на Яндекс.Дзен будет в описании под видео. Обязательно подписывайтесь на Дзен. Ну и все. Собственно, будем следить за новостями. Теперь по маленькому аквариуму еще буду пробовать разводить рыбок. Вот так вот. Ну что, все. Всем пока, до новых встреч!